Это вот окрестности Регенбурга. Они примечательны тем, что мы здесь будем Дунай 5 раз пересекать. 5. Туман такой по полям стелится. Деревушки такие классные. 5 раз будем пересекать Дунай. Потом один раз в Венгрии, один раз в Сербии. А вот в этой самой Шварцлайве, черный лейбл, река. Вот. А в Австрии Дунай ни разу не будем пересекать. Будем параллельно ей ехать. Ему, наверное. Он все-таки Дунай. Едем по Венгрии. Дороги стали хуже, чем были в прошлом году, если честно. Но просторы красивые. Так, поля ухоженные, да? Они да. Поля ухоженные. Все соседние. Ну, они всегда, да, в Венгрии согласен. Сельскохозяйственной страной. Вот так впереди Будапешт. И очередной ремонт дороги. Везде. Подсолнух справа закрыли свои листики. Смотрите, цветочки. Коснулись, приготовились. 7 часов время. На стоянке закусили походным, то есть, как сказать, тормозком. А что может быть лучше, чем, да? Чем тормозок, когда ты едешь в отпуск? Это предчувствие еще, да? Яички восьмяточку, да с колбаской, да с хлебушком, да под помидорчики, ух! И жизнь опять заиграла красками. Живот наполнился радостным волнением и объемом. Вообще, конечно, путешествие на машине имеет свое очарование, свое преимущество. Сейчас, например, вчера мы Бельгию проехали, видели Голландию, Германию, всю пересекли. Запад на восток. От крайнего западного города Ахен до Пасау. Восточного. Крайнего восточного. Всю Австрию. Коснувшись весной, по кольцевой объехал Вену. Всю Венгрию. Сегодня вот Сербия и Болгария. Знаете, сколько можно увидеть? Из самолета этого ничего не увидишь. Из иллюминатора поля и облака. А на машине, да, может быть немножко тяжеловато. Зато что может быть лучше? С утра вареное яичко где-нибудь на природе. Кусочком колбаски, из термоса кофейку налил, пение птиц, мандельный бойщик, красота и природа, мать наша.
Да, езда на путешествие на автомобиле имеет свое. Во-первых, уже дешево, во-вторых, потом память останется новая. Вспоминаешь каждый места, которые проезжал. А если записал на видео, тем более. В общем, для нам очень нравится. Смотрите, какие места красивые. Красота, ну это же прелесть. Это Сербия, какие места в Австрии, ой, а какие в Германии, везде. Самолет этого не увидишь. С поездом. Ну, увидишь, но поезд редко. Кто сейчас так видит? Вон горы в тумане какие красивые. Как мультик был. Паровозик из Ромашки, по-моему. Солнечно просыпается, поворачивает свои головки к солнцу. Одно и то же. Один этот вид уже. Старую планину карабкаемся. Вон она в тумане. Слева. Да, подножье, кукуруза, подсолнечник, и мы маленькие люди. На вонючих машинах. Но очень удобный транспорт. Так интересно смотреть, да, это реклама. Рекламу едешь в других странах. Какие-то продукты рекламируют. Да, да, какие-то свои товары. Раз прям раздражает, а вот в чужих странах не раздражает, потому что интересно. А что там, например, в том же Ашане или... Нет, ну какие-то свои продукты вот у них сейчас, да, какие-то. Товары какие-то. Да. Я вот мы... Особенно вот продуктовые, ты знаешь, понятно, вот там, допустим, кондиционер, а вот продукты... Нет, конечно, продуктовые, конечно же. А на заправках, на одних одно, на других другое. Вот мы проехали за субботу, воскресенье, проехали пол Европы. Ну почти Западная Европа, почти все. В Сербии зашли, а там такие вкусности пахнут. В Австрии все это. Не, ну там все. Такое все больше заправку, как Макдональдс, эти булочки там всякое. А здесь уже такое национальное, какие-то они свои лепешки, уже травы другие, специи другие уже. Я и говорю, да. Запах другой уже. Я и говорю, да, то есть разные вкусы, разные совершенно. Да. И вот это очень интересно наблюдать. Mm. Если, да, если там Франция, Голландия, Германия, Австрия, они какие-то там булки, господи. Макдональдс, все. В Сербию заехать, там уже лепешки свои пекут на заправках. Или мы ехали по Франции, по провинции Шампань. Я говорю, мы едем по провинции Шампань, что же вы, мои дорогие, не возьмете шампанское. Зашли на обычную заправку, а там несколько сортов местного шампанского, он неизвестный, да?
Ну, настолько вкусные. То есть, да, это все. Или да, смотришь рекламу, вот это, в одной стороне вот это, в другой вот это. И, там, интересно, конечно. И тем более все это меняется в течение буквально нескольких часов. Вот, конечно, это интересно. Дождик, давно тебя не было. Ну, за нами беда. Проходите мимо, нам нужно. Нам на вакансии дождик не нужен. Интересно, конечно, да, смотреть, что продают там. Рекламу, что рекламируют. А виды, а ведь пейзажи. Девятый час, мы продолжаем все еще наше автопутешествие. Ну, до Бургаса осталось не так много, и там. И до цели поездки недалеко. И наш тур через Европу. Дойдет к этому раз концовка, как колбаса тоже вкусные. Колбаски рекламируют вкусные. Мы проехали уже 2600, почти 600 километров. За эти два дня. Ну, 2600, почему так есть, но... 2600 за два дня, 7 стран. Проехали. Несколько таможен. Обедали в одной стране, завтракали, в другой ужинали, в третьей. Потом обедали снова в одной, завтракали, вернее, снова в одной стране. Обедали в другой, ужинали в третьей. Романтика. Автомобили, автомобили. Буквально всё заполонили. Там где-то товарищ лежал бы. Средство оставил автомобиль. Ну ладно.